Кактила добро пожаловать. Меня зовут Мюшия. Я хочу попрактиковаться в говорении по-русски. Кстати, делать YouTube-видео. Несколько недель назад я сломал ногу. Будь осторожны, как-то занимаетесь спортом. Я надеюсь, что скоро вы здоровы. Я ношу гипс каждое утро. Мне это не нравится. Потому что это лето. Погода такая жаркая. Я в книжном магазине, чтобы посмотреть свою книгу. Я в больнице. Спасибо за просмотр. И хорошего дня.